инструментами наперевес Иван и Петр спешат в класс. Несмотря на разницу в возрасте и музыкальный опыт, сегодня играют на равных. Недавно они стали заниматься в молодежном оркестре баянистов-аккордеонистов. Разучивают креативный и новый для себя репертуар. Мы будем брать разные направления репертуара. Это будет и народный, академический репертуар, эстрадный, то есть какие-то с элементами шоу, может быть, даже что-то такое будем придумывать с электроникой. Иван сам преподает в музыкальной школе. О молодежном оркестре узнал случайно из соцсетей. Не поленился приехать в Одинцово из Химок. Очень хотел научиться чему-то новому. Играть тоже, как говорится, хочется. Одно дело преподавать, вот вести ребяток, детей к профессионализму, да, вот, а другое дело самому играть. А вот Петя еще не закончил музыкальную школу, но мама уже задумалась о будущем сына. Поскольку Петя заканчивает уже музыкальную школу, мне хотелось бы, чтобы он вот эти все вещи, что он выучил, нотную грамоту, любовь к музыке, которую Валентина Петровна ему привела, мне бы хотелось, чтобы он где-то это применял на практике. Заниматься в одном оркестре с профессионалами – бесценный опыт. Посетив всего несколько занятий, ребята уже приняли участие в большом концерте. Мне дали более подробно партию, сказали, сколько, что, где играть, и вот в четверг мы выступили. Для участия хватит основных музыкальных навыков. Любой профессионал когда-то начинал с малого, говорят руководители оркестра. Для Сергея Корнышева и Сергея Войтенко это тоже новый и необычный опыт. Это тоже, это, в частности, для меня тоже творческая задача, чтобы каждому участнику дать именно ту партию, с которой он справится, которая будет нужна в этой в общей палитре оркестровой. Этих ребят мы наверняка будем часто видеть на городских концертах и праздниках. А присоединиться к ним и начать занятия могут все желающие в возрасте от 11 до 22 лет. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».